Так, третье задание. Hey, they get you, my nigga? Cough twice if it's one time on the line. No? Well, they got Gerald. Man, he's locked up, man. They about to airlift him to a secure facility. All because of that thing we did for Vernon. So you're gonna have to go on over to Strawberry, man. We're gonna have to boost a homie before he flies. Or Vernon flies off the handle. Mm-hmm. Третье задание я тоже помню. Сейчас нужно будет Джеральда из бронированного фургона вытаскивать в аэропорту. Короче, там, по-моему, 3-4 звезды дадут. И одному из нас придется выйти из автомобиля и поставить бомбу-липучку на бронированный двигатель. Не на двигатель. Блин, подожди, хуйню сейчас сморозил. На бронированную дверь. Ну, просто я как смотрел, думал, ее кинуть можно, как обычно. А нет. Но у меня есть один читерский план здесь, который я как раз там посмотрел в видюшке в одной. Сейчас, так. Готов, да? Угу. Сейчас вышли. Г это гангста. Третье задание. Кстати, тоже на двоих. Захожу. Ща. Так. 7500 баксов. Броню главное еще купить. Так, ну ты-то кто такой? Да, давай, иди отсюда. Все, ушел, давай, посадись. Как там? Ага, все. Так, купить патроны. Закупи броню, кстати, обязательно. Я закупил. Ага, все. Тогда поехали. Ох. Четвертое задание. А, ладно, спойлерить не буду, потом пройдем. Да какие спойлеры? Ну ладно, там... Чего-то нет. Там это какого? На кладбище что-то надо будет сделать. Так, о, я вот так поеду, как Миша Смирнов, типа в цепочке. Это гангста. О, класс. Поехали. А, фак. В смысле? Я видел, как на том прохождении парни в Куруме сидели. Только что-то тут не дали так выбрать. Может, выдадут ее. Может, в настройках надо было ставить? Не-не, там не было ничего. Там только одежду выбрать и начать еще. Ну ладно, может быть час дадут, кстати. Так, а что делать? Взорвите двери. А, ага! Так, где ты? Ты наверху? Да. Как это получилось? А что там за двери надо взорвать? А, типа вот этого Джеральда в грузовике везут, надо его сейчас вытащить. Понял. Взорвал? Да. Только теперь проблема в том, что я умираю. Помогите доставить Джеральда. Ну, меня там зажали. Как-нибудь сейчас надо сесть в бронированный транспорт. Вы серьезно? Меня еще из автомобиля выкинули? Да... Да ладно! Блин, ты можешь как-нибудь сесть? За тобой выехать? Да-да-да-да-да, срочно прям. Еду. Вообще умираю тут. Я даже сесть не смогу в транспорт. Вообще не смогу. А, торопись. Садись в этот бронированный и подбирай меня. Они тут, походу, за мной пока все бегут. Давай-давай-давай. Не совсем. Погоди, Джеральд с тобой? Да. О, фак! Беги! Сейчас я тачку вот эту поймаю. Угоняй. Спасай Джеральда! Мы здесь сами по себе вообще. Все. Все, мы больше не люди.
Так, надеюсь, сейчас мент резко не встанет, это боевика меня не завалит, блин. Пошел вон отсюда. А мне даже не надо бы сбрасывать хвост. Все, погнали. Может, надо было потом крому заказать сразу после этого. Надо бы потом попробовать. О, там походу менты все тебе остались. Да. Я еду в этом говне. Так хочу, как будто оно все пробито уже. А че тут менты не как в Metal Gear? Те в 10 метрах тебя не видят. Я тогда видел, типа, парень один спалился. Там где-то 15 метров до этого человека было, и он просто бежал, и все, этот никак не реагировал. Ну там это типа фича, если тебя заметили, можно за мгновение оглушить. Которой потом не будет. Как это? Она типа уходит. Уходит? Угу. Ну то есть Снейк не отодрал. Он не отодрал? Mm-mm. Ну он не белоус. К сожалению, нет. Что? Да и вообще главный герой не Снейк. Да, вот он что-то. Как получилось, что я немного там впереди тебя уже еду? Да не знаю, я себе спокойно тут. Любуюсь видами у Сантоса на небочках. Блин, какие противные мигалки. Можно их как-то подключать? И мигалки отдельно? Сомневаюсь. Я не да. Хочу слушать это, они такие противные. Они сломаны просто. Охренеть, еще от копов надо скакать. Да. Ладно, я по пляжу поеду. Давай. Ты там, я не знаю, как. Да, скорее всего, у меня вариантов-то нет особо. Блин, пораньше бы он это сказал немного. Я пойду под мост этот. Мой день. А, все. Вот целиком уйти от полиции. Ну от трех звезд гораздо легче учить, чем. Чем от пяти. От одной, не, от одной. Там от одной и вообще вещи. Время почему-то как-то странно. Нормально менты в меня въезжают. Я ушел. Я тоже. Помогите доставить Джеральда. Подожди, мне тоже нужно там быть, да? Да. Тут такое дело, я просто на пляже и тачку случайно утопил. Да насрать, и главное, чтобы ты был. Ща. Да, проблема, вот ты говорил, в том, чтобы добежать. А, не надо, походу. А, не надо? А, ну, нормально. Все, класс. Катаны. Катаны. Ну все. Ага. Деньги, 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 деньги. О, 12 косарей, ну уже неплохо. Ага. О, 48 уровень. Все. Теперь опять километровая загрузка. Кто там звонит? Идите в жопу. Меня не волнует, кто это. Стоп! Какое сегодня чё? Я за интернет забыл заплатить. Я 20-го должен был заплатить. Подожди, там, по-моему, 5 дней дают. Сейчас, подожди, я трубку там схожу, возьму.